Как обстановка, лейтенант? Не очень, командир. Ущерб намного больше, чем мы предполагали. Машины все поломаны. Вблизи все намного хуже. Как дела с амуницией? Оружие, патроны? Ничего полезного мы не нашли. Есть пара пулеметов, но они прикручены к машинам. Их невозможно перенести. У нас проблемы с боеприпасами. Что будем делать? Нельзя попросить помощи у штаба. Нет такой возможности. Сложно, Буран. Это займет много времени. Не знаю, сможем ли отбиться еще раз. Наша задача – обеспечить безопасность. И что бы ни случилось, мы сделаем это. Как прикажете, командир. Отдохните немного. Как прикажете. Игит. Да, командир. Женщина с бомбой. Есть новости? След или знак? Нет, командир. Иди отдыхай. Спасибо. Над чем ты смеешься? Я командир? Нет, командир, я не смеялся. Командир, мы сегодня надышались пыли. Я просто прокашлялся. И в этот момент вы повернулись, и вышло так, что я как бы смеялся. Вот так получилось, командир. Отдохни немного. Отдохни. Потом на дежурство. Слушаюсь, командир. Акан, хорошего отдыха. Спасибо, командир. Женщина с бомбой? Есть новости? Приятного аппетита. Ваш дом очень далеко. Очень. Очень далеко. Прошу, командир. Спасибо, Акан. Командир? Ты девочка? Да, такая же, как и ты. А почему ты солдат? И девушки могут быть солдатами. Причем очень надежными солдатами. Смотри, например, эта сестра... Умай! Да, Умай. Сержант Умай. Прекрасный военный. Она может попасть прямо в глаз птицы издалека. Не убивайте птиц. О, малыш, нет, мы... Мы не убиваем птиц. Это так, образно говорят. Образно, а так ведь, командир? Точно, точно. Именно. Так в народе говорят. Как тебя зовут? Туркар. Туркар? Что оно значит? Очень красивое имя. Птица? Это же прекрасно! Туркар, какой же ты славный пацан. Иди сюда, вставай. Посмотрю на тебя, раз уж ты птичка. Давай, полетаем немного, давай. Раскинь руки. Давай, давай. Взгляните на этого ребенка, капитан. Если бы вчера вы не подоспели вовремя, у меня язык не поворачивается сказать. Но этот милый мальчик, кто знает, какой подлец отправил бы его в могилу? Все ради них. И наша битва, и наша кровь. Все наши труды и старания. Все ради них. У нас скоро приказ отходить. Вы сами справитесь? Ты же не можешь охранять нас бесконечно, капитан. Приказ есть приказ. Мы ваши должники. Но я повидал здесь многое. Мы уже понимаем, с какой стороны ветер подует. Но вот откуда беда придет, здесь этого не поймешь. Ладно,
Этим вечером будет ужин. Вашу честь, капитан. Ну что вы, зачем? Ну нет, даже 99-летний старец встал со своей кровати и начал приготовление. Спасибо. Это тебе спасибо, сынок. Входи. Военно-воздушные силы Азербайджана на связи, командир. Сейчас приду. Как прикажете, командир. Командир, это полковник Томлис. Капитан Каранлык, жду вашего приказа. Как дела, капитан? Как отряд? Спасибо, командир. Все спокойно. Хорошо. Еще, Каранлык, 2 вертолета военно-воздушных сил Азербайджана заберут вас вечером. Ваш рейс оттуда прямо в штаб организован. Понятно? Ясно? Командир, я не уверен в безопасности местных жителей. Что это значит? Группа, которая атаковала нас вчера, может представлять угрозу, командир. Часть из них отступила, но кто знает, сколько их осталось и где они. Пока у нас нет информации, командир. Капитан, вашим заданием было уничтожение Зия Самира и его группировки, и вы успешно справились. Командир, но теперь на них может напасть другая группа. Капитан, вас отправили туда не для пожизненного обеспечения безопасности. Задача выполнена, опасность устранена, вы возвращаетесь в штаб, понятно? Понятно, командир. Жду ваших отчетов, когда прилетят вертолеты, будьте осторожны. Есть, командир. Приказ возвращаться? Вечером отправляемся. Будьте готовы. Вы сделали более чем достаточно, капитан. Пока мы живы, мы никогда вас не забудем. Будьте спокойны. Мы найдем способ справиться. Глава племени, я бы хотел... Я знаю, капитан, знаю. Мы приготовили чай, идемте. Прошу, капитан. Капитан, ВВС Азербайджана. Капитан Эмин. Капитан Батур Каранлык. Как вы, капитан? Спасибо, капитан Каранлык. Пока все хорошо. Мы заберем вас в назначенное время и в назначенном месте. Понял, капитан. Мы будем готовы. Хорошего полета. Спасибо, капитан. Эрджан. Слушаю, командир. Они скоро будут, готовьтесь. Как прикажете. Тимур. Слушаю, командир. Давай, смени Умай. Пусть отдохнет. Как прикажете, командир. Капитан, если можно, Бакши-ата зовет вас. Конечно, конечно, с удовольствием. Прошу. Мы пришли сюда с определенной миссией, поэтому... Не волнуйся, сынок. Здесь никто не обидится на вас из-за того, что вы уходите. Послушай меня. С тех пор, как вы пришли, прошло 2 ночи и 3 дня. Многие верят, что этот мир был создан за 6 дней, и вы здесь за 2 ночи и 3 дня проделали работу, которая стоит всего мира. Нет, что вы. Мы всего лишь... Ваша миссия очень важна. В этом нет никаких сомнений. Но что действительно важно, так это туркменские дети.
Каждый из них, кто видел вас, не будет считать себя одиноким и брошенным. Они будут помнить вас всю оставшуюся жизнь. Когда попадут в трудную ситуацию, храбрые солдаты со звездами на плечах будут стоять за ними, как могучие горы. Это стоит больше, чем мир, капитан. Каждый растущий здесь ребенок захочет стать таким же, как вы. Вот тебе совет от старика. Враг непрестанный и вечный. Когда вы закапываете одного, на его место приходят другие. Почему? Ты знаешь, почему, сынок? Потому что, когда ты встанешь на ноги, на земле не останется жестокости. По этой причине на земле столько негодяев. Они будут стараться сделать так, чтобы ты не смог встать на ноги. Но ты помни, сынок, их будет так много, как песчинок в море. Вы всегда будете в меньшинстве. Но знай, пока твое лицо обращено к Богу, ты будешь выше их. Даже если ты умрешь, не проиграешь в этой борьбе. Ты не будешь побежден. Помни это всегда, помни. А теперь иди, сынок. Желаю вам хорошей поездки. Поцелуй в лоб каждого из твоих братьев и сестер. Да поможет тебе Господь, капитан. Успехов тебе. Сынок, у тебя вот здесь болит рана. Не думай о ней много. Не будь пленником этой раны. Раны следует прижигать, капитан. Возьми горячее железо в руки, закрой эту рану. И иди своей дорогой. Пусть Господь расчистит твой путь. Акан, что там делал капитан Каранлык? Откуда я знаю? Наверное, разговаривали, прощался с дедушкой. Ты же вчера ночью слышал дедушку? Да. У меня мурашки по коже. Он ведет себя как Гэндальф. Ну же, Ахан, прекрати. Какой же ты распущенный и непослушный человек. Почему? Что я сделал? Чувак, разве можно такого уважаемого человека называть такими словами? У тебя совсем нет совести. Вот. У тебя совсем нет уважения ни к отцу, ни к дедушке. То есть так? Да. Кто такой Гэндальф? Гэндальф? Я не знаю, но, понимаешь, по твоим словам, это точно не хороший человек. Забудь. Это моя ошибка, я начал это. Акан, куда ты пошел? А что будет с этим? Thank you.
Отряд Агузов! В честь погибшего! Равняйсь! Смирно! Внимание! Капитан Карамлык. Как стрела вылетает из лука, так полетел наш капитан. Не знаю, если бы эти полные ненависти глаза посмотрели на скалу, она развалилась бы. Впервые в жизни мне стало жаль террориста, за которым, не отрывая глаз, гнался капитан Карамлык. Я сказал себе, его смерть точно не будет легкой. Совсем не легкой. Хакан! Хакан! Хакан, куда бежит командир? Что он делает? Хакан, ответь! Я не знаю, командир. Он отдал мне оружие и побежал. Умай! Умай, ты меня слышишь? Умай, убей этого сукина сына! Капитан Карамлык приказал подождать, командир. Проклятие! Буран, Тимур, пули охранять командира! Живо, бегом, бегом, бегом! Умай! Умай, сколько их? Трое, командир. Двое отступили, третий пытается пройти вперед. Хорошо, ты убери двоих. Капитан возьмет третьего. Поняла, командир. Давай. Высунь свою проклятую башку. Вот так. Погнался за террористом. Умай, целься в винтовку! Благослови вас Бог! Благослови вас Бог! Моим братом! Командир! Он был моим братом! Командир! Мерзавец мертв.